Короче, загнали мы его, нашего монстра, в гараж. Ну, чтобы он не замерз на зиму там. А то ему там холодно будет. Да, шутки в сторону. Короче, мы его долбашим, короче, разбираем по полной. И получится, наверное, егонный мотор, его сердце, его мотор. Пойдет нашего другого тирана, которого мы убили в прошлый раз. Так как у него мотор еще немножко работает. Вот он так выглядит. Ну, немножко там засолился, окислился. Но работает, самое главное. И, наверное, это сердце получит следующий тиран и будет жить. Так что он еще не умер. Или как думаешь? Вот наш подъемничек крутой. Да, вот на нем, кажется, затащили сюда его волоком. Мощная херня. Вот так примерно и выглядит наш беспорядок. Комментировать, как мы тут сердце выдираем. Да-да. Нифига себе, мой пар, что ли? Точно. О, нихера. Ну все. Сердце все стучит. Надо быстрее его. Надо пересаживать, пока стучит. Что я там вижу? Смотри. Это шприц у него, короче. На чем он работает? На фельтинсе. И мы тоже. И мы тоже. Сердце мы ему выдернули. Вон оно стоит, сердце. Вот так безобразно просто чисто морду вырезали нахер. Подняли его нашим штаплером и выдернули. Дим, ты не матерись. Я ж снимаю уже. А ты не знал? Так базар, фильтруй. Брат.